Так, значит, в наборе вместе с наушничками были у нас вот такие вот мягкие вкладыши. То есть они нужны, то есть это не лишнее. Такая вот защепка на одежду, не знаю, как правильно это называется. Вот тоже это плюс продавцу, потому что она шура отдельно, то есть она убирается в любой момент и пристегивается, если по мере надобности. Так, в наушниках присутствует у нас регулировка громкости наушников, то есть регулировка громкости в телефоне, есть регулировка громкости на наушниках, что есть плюс. Есть рабочий микрофон, я уже проверил, все в принципе работает, в наушниках все отлично слышно. Басы просто на высшем уровне, то есть реально шикарно играет. Цвет очень такой прикольненький, беленький заказывал. Были там красные, черные и белые. Вот, за что продавцу, конечно же, большой-большой жирный плюс. Наушники очень долго шли, около 50 дней. Я уже открыл спор, сейчас надо его закрывать и подтверждать, что товар пришел. Потому что непонятно, что творится вообще у нас с Почтой России. Потому что на извещении была дата, как бы не соврать, 2 декабря, то есть сегодня уже 26 декабря, то есть они 2 декабря у нас уже на почте лежали, то есть продавец мега быстрый, то есть считайте, 11 ноября заказал, 2 декабря они уже здесь были, но наша Почта России не выдает посылки, посылок очень много, так что подписываемся, ставим лайки и ждем новых обзоров. Всем до новых встреч!